Дямов, Сазонов, ай-яй-яй, не точно. Еще один вынос. Снова точно, черно-белый. Рука, по-моему, рука была сыграна, мяч остается у Спартака, Сазонов, прострел. Должен быть гол, и 1-0! Тюрин! Владислав Тюрин после передачи Максима Сазонова открывает счет в этом матче. 43-я минута. Стямов. Кузнецов. Не трогай. Откровенная. Фольмер. Еще одна хорошая подача. Снова Зириков. И гол. Гол. Потапов. Хороший пас можно отдать на правый фланг. Кузнецов под левую сейчас уберет. Ах ты, пробить-то уже не удалось. Ну и пас тоже неудачный. Здесь, конечно, надо двумя ногами играть. Обязательно. Фольмер. На левый фланг Митрога. В одно касание не нужно. Нет, Митрога проходит. Отдает передачу. Ай-яй-яй. И фух ты! Какой автогол! Семен! 3-0. Привет, гол! Мяч свои же ворота. Отправил Артем Кутов. Очень даже красиво. Красиво завершил этот. Базянов. Последний прострел, видимо. Прошляков. 4-0. Подводил я итоги. И спартаковцы подвели их вместе.